какие есть возможности по подбору товара в программе «Наполеон». Первый вариант. Если у нас есть история продаж, при создании заказа программа может спросить, создать нам обычный заказ или создать автозаказ. И если мы выберем пункт «Автозаказ», то программа возьмет весь ассортимент за выбранный период времени и добавит к нему значение по одной из формул. Вот сейчас уже есть готовый заказ. Вообще его теоретически уже можно отправлять, и как бы никакой разницы между тем, набрал ли он руками торгового представителя этот заказ или вот создал автозаказ, нет. Он может поменять какое-то количество, может добавить товар. Давайте добавим. В данном случае могу продемонстрировать еще один из вариантов. Предположим, нам необходимо заказать несколько товаров с одним количеством. В данном случае мы просто выбираем этот режим, отмечаем несколько товаров и вводим количество 5, предположим. Все, этот заказ уже добавлен. Еще один из вариантов. Заходим в карточку товара. В данном случае мы видим какие-то данные. Мы можем листать, опять же, этот товар, не уходя из карточки. Вот, меняются какие-то данные, значения, появляется история продаж. И мы делаем, опять же, какие-то заказы. Ну и классический способ. Мы просто открыли, заказали, закрыли. Пожалуйста, заказ уже собран.